Добрый вечер. Сейчас, я думаю, часов 6 или 6.30. 16 марта 2022 года. Я на мейн-базаре. Саши ускакал. Я монтировала видосики из поезда. И сейчас они сохраняются. А я пойду немножко прогуляюсь. Он мне говорит: ну, мы поужинали же, наверное, мы ничего не хотим. Или, говорит, ты мне потом позвони, я тебя куда-нибудь выведу поужинать. А я такая думаю, я чего-нибудь захочу на ужин. Пойду, думаю, куплю себе, знаете что, давно я не ела бомж-пакеты. У меня вот дома сын их любит, внук их любит. Уж настолько невестка хорошо готовит. У нее и первый, и второй, и третий компоты, рулетики, и булочки, и что-то там еще, духовочки и тортики. А они раз накидают себе бомж-пакетов. И вот мне тоже иногда хочется бомж-пакет. Или, может быть, вот картошечку жареную потом куплю. Ну, потом. Потом, when go back. О, Сайрам. Сайрам, намасте. I sorry for your wife. This is God decision. God, yes, God, God decide like this, left you alone. Nobody can do anything. No, no. Ничего не может никто сделать. This is God decision. Nothing, nothing, nothing. He did too much. He was taking care of all the time. Oh. You also good? Everything good, yes. Happy to come back to Delhi. Blessing you. Yes. Now you pray to God, God make you. You enjoy before that coming? Yeah, little bit walking. I will go, buy noodles maggi. Короче, он не понял, чего я куплю. У его друга, ой, полнолуние будет, когда Холли будет. У его этого друга, вот этого Банарамы, хорошая семья была, жена, 9 детей. И вот сейчас жена умерла. И он никак не может оправиться от этого. Он очень-очень привык к ее заботе. Саши даже говорил, что он, наверное, говорит, даже стакан воды, там чашку чая себе ни разу в жизни не приготовил. Привет. Хорошо. Вот, потому что она всегда заботилась о нем. Очень-очень хорошо. Вот. И тут... Big magazine there. Вот. Вот, а это я вам говорила, это все в поле готовится. Да-да-да-да. Он за мной шел, юноша. А я на него внимания не обращаю. Огорчился. Алло. Ну, в общем-то, да, как бы... Народу-то много. Вон ребенок сидя тоже спит. Прямо все сидя спят, это удобно. Наверное, удобно. Мне неудобно сидя спать. Да я так думаю, раз у них дети спят сидя, значит им удобно. Вот хорошая, хорошая же едальня-то. Девчонки совсем в шортах, в топиках, как на Гоа. Плечи открытые, все ноги открыты. Ну, не знаю. Ходят, конечно, в Дели. Но мне кажется, это больше для Гоа как-то. Такой стиль. Ну, тут золото, бриллианты, рупий за 100. Тут тапки тоже, наверное. Наверное, так же. Специи.
вот этого тростникового сока здесь не было. Поставили лавочку с тростниковым соком. Нет, спасибо. Thank you. Hello. У нас просто с вами маленькая прогулочка такая по лайту. Вот сама смело перебежала без Саши дорогу. Я, знаете, еще куда хотела зайти? Джилеби. Джилеби. I know. Вон как вон. Здесь они делают их немножко раздельно. Видите, такими этими, как кентифлюшечками. Вот апарте их делают таким серпантином один за другим. Хорошо. Спасибо. Пока еще нет. Потом. Я еще хотела, друзья, зайти купить себе банданку. Не такую, конечно. Но вот красненькую можно. How much bandana? 20 рупий, да? Дай мне red. Do you have other color? Like blue? Ну, только такие черненькие с этими. Нет, мне вот такое. 20 рупий. Все с черепами. Мы не любим черепов. Черепов. Я пойду в свою любимую лавку, в которой... 20. Ага. 20 тоже. И тоже черный и красный только цвета. Вот там есть... Там, где я закупаюсь каждый год, приезжаю, куплю несколько штучек 5. За год я их... Это Микенди, можно разрисоваться прямо вот... Кина, девушка, ты сама кина. Вот за девушку я прям тебе от всей души дханьяват. Ой, спасибо. Прямо готова разрисоваться теперь. А то, как скажет бабушка, и думаю, бабушке уже ничего не надо. Ни рисунков, ничего. Лука такие большие, прямо упаковки. Лук люблю. Лук люблю. То есть только я его не съем. Вот здесь раньше продавали момо, ну и сейчас и продают. Момо дешевые. Чикен момо 60. Фул 12 штук и половинка 6.30. Панир момо 50 и 25. Вегетабл момо 40 и 20. Вот так вот. Очень хорошо, очень бюджетно. А где-то вот там я хотела купить, или здесь, этот бомж-пакет. Ну, я найду, я вспомню, где это было. Меняют продавцы свои лавки. Думаю, вот в такой лавке можно найти. Белая собачка. Это отель. All is well называется. Вот туда я тоже хотела зайти. Там у них внизу есть кофе. И может быть крем для рук. Крем, hand cream. Or face cream. Where is face cream? Ревита. Так, а подожди, вот знаешь, я что люблю больше всего? Бэби. Бэби крем. Знаете что? Я знаю, что для детей. Вот how much this? Это 75 рупий. 75. Это bigger one.
Ага. This is for everything, for body, да? Yeah, baby. Baby. This how much? 150 рублей. 150. Я вот такой маленький возьму. Потому что я знаю, что детское вообще ничего не делают плохим. Стараются, во всяком случае. Так что детские крема я люблю. Угу. Давай. One piece? Да, ну конечно один. Ну куда мне много? Камера. Очень, это говорит телефон, камера. Очень хорошо. Спасибо. Хорошо, хорошо говоришь по-русски. Много русских now? Many Russian people now? Да, come in. Да, come in. Now a little less. Now меньше. 2 weeks ago many Russian people was here. 2 недели назад много русских приезжало. Когда началась fighting, война. Их сейчас стало меньше. Да, yes, less flight, now less flight, less no flight. Yes, mm-hmm. Thank you very much. Это очень да. Хорошо. Спасибо. Ты ж молодец, какой заботливый, но знает он свой электорат. Tell your friends this shop very nice. I know, I always come your shop, very yes. Nice. Он говорит, скажи своим друзьям, что этот магазин очень хороший. Я говорю, очень я знаю, good да. Good price. And I buy here down coffee, like from seeds. Yes, you still have coffee now, no? Coffee after 1 month. Через месяц будет кофе. After хорошо. Окей, okay. What Спасибо. Is your name? My name is Bablu. Bablu? Yes. Bablu, ага, окей. Окей, Bablu. Давай, пока. До свидания. Удачи, до свидания, спасибо. Вот, вот такой вот хороший Bablu. Я у них всегда покупала. Внизу там лавка тоже такая большая, там чаи, кофе. Там спускаться вниз по лесенке. Здрасте. Здрасте. У меня знакомая так говорила. Она массажистка. Она, когда еще был Советский Союз, сбежала в Канаду. Вот прям сбежала. Из самолета выбежали на дозаправке и побежали просто вот в спортивных костюмах с подругой. И очень сложно, но они получили сейчас. Давно уже они живут там. Получили поддержку, и несколько судов было, и она замуж вышла потом. В итоге все равно она живет в Канаде. Вот. И она говорила всегда, что для детей как можно меньше портят вещи. Поэтому мыло советовала детское покупать. Вот. И шампуни детские, и крема детские. И какая Халюся. Сбежала Халюся. Так, теперь надо внимательно. Где-то здесь была моя лавочка с моими банданками. Правда, он не любит, когда покупают по чуть-чуть, и он цену делает больше. Ой, ты пусть мой. Пусть зимой. Алло. Привет, как дела? Хорошо, спасибо. Боже, какой... Какой шарфик-то красивый. Не идет? Сколько стоит, Китна? А? 25. Не может быть. Что, правда, что ли? А у тебя есть такие банданы, как у меня? Вот бананы. Такие вот банданы нету? А тебе только такой color? Only this? No, only this color. Pink, да? Да, сейчас возьму, сейчас I will take new. Фига си. Я просто думала, я не расслышала. Он говорит, 25. Нет, так же не может быть, правильно, 25? Красота такая неземная. А он 25? Может. Может. А это тоже, что ли, 25? Нет, я так не могу. Я так не могу. Сейчас мы посмотрим. Нежненький. Это же как раз на мои челмы.
У меня же теперь новая фишка, новое увлечение. Челмы. Пошла. Эй, Вера. 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 Между делом воспитал. Воспитал. И поработал, и воспитал. Доу. Thank you. Ребят, ну красота. Ну скажите, красота неземная. Все. Вот они несут эти веточки, покупают колоски такие. Они будут кидать в костер, когда будут сжигать холику. Это у них и праздник урожая, и праздник весны, и праздник победы добра над злом. 400 рупий стоят вот тут вот кроссовки. Холи, праздник холи. Когда будем все это праздновать, я вам расскажу эту легенду. Я ее каждой холи рассказываю. Очень уж она мне нравится, эта легенда. Мой любимый цвет. Правда, синтетика такая прям гольная-пригольная. Вот. И вот здесь вот по 150. Если бы я была худенькая, как Даша или Катя, здесь можно просто вот на любой цвет выбор хороший. Они такие хлопковые. Вот. Ну, на меня не пошили. А это сделано из кокоса. Представляете? А сумочки какие. Ну, они тяжелые, но очень красивые. Похожи на тибетские такие. Мне кажется, я проскочила эту лавку. Или лавка переехала. Привет. Алло. Штаны по 60. Я, кстати, здесь находила даже своего размера. Раньше у меня достаточно было силы воли, чтобы перерыть весь этот стенд и найти себе что-то приличненькое и моего размерчика. Да, вот, по-моему, моя любимая лавка. И вот я тут набираю всех цветов сразу, чтобы у меня целый год было. Намасте. How much? How many pieces? From which discount? How many pieces? 150 pieces, 100 pieces, 200 pieces? No, no, no. Maybe 10. 40 rupees. За 40? Не, ну тогда много. Так, ну что поделаешь? Давай посмотрим. Can you show me new? Здесь-то вот он, в принципе-то, 40. Раньше по 25 продавал. Вы видели, мне по 20 продали красный платочек. Те же самые. Ну ладно. Ему тоже нужна работа. Вот у него... Ой, такой магазин, друзья. Такой магазин. Я у него много покупаю. Вот эти, ладно, это зелененькое, смотрите, зеленоватое, все, я сейчас буду немножко выбирать. Вот такой вот я купила за 20. Все. Все, хорошо. Это ладно. Синий. Синий-то, это самый же любимый мой. А ты? Как их, сколько? Так, сейчас, подожди. Вы цвета сюда? Ой, давай. 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Так, а я 10 хотела, да? Синий сколько хочу? Синий, так. Ты мне давай всего по одному. Один, 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 один. Не даю. Один, один. И все, все это один, один, да? Да, но красный не надо. No, no red, no blue.
Да, только вот не забудь здесь вот это вот и вот это вот, да? Деви, расстала. Сейчас. Деви. Один, два, два. Два, ага. Три. Три. Четыре. Пять. Коричневый тоже надо, да. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Так. Прекрасно. Давай, давай. Десять. Так, нет, ну такой, такой... Ой, ну черепа, ты чё? Ты там мне черепами не накидал случайно? 9 пис. Сейчас будет 10. Ага, 10. А вот это вот down, green, what is it? 7. 7, всё, тогда не надо, если 7. Окей, окей, 7, 7. Ача-ача. 7. 400, да? Finish. 10. Дальше будет 20. Считай. Еще. Да я бы тут много чего набрала. Уж больно у тебя все хорошо и красиво. Ой, вот это какая нежная. Вот how much this? Это кашмир. Кашмир. Сколько стоит кашмир? 750. 750. Это такой нежный-нежный. Они обычно это даже, как говорят, как пашмина. 750. Но я думаю, это того и стоит. Такие часто покупаем. Мы здесь вообще заходим на подарочки всякого разного купить перед отлетом, когда не было проблем с полетами. Но вот это вот мой любимый тоже цвет, да, знаете. Ладно, пойду расплачусь, 400 рупий отдам. Все, давай, спасибо. Может быть, потом еще вот такого ярко-фиолетового куплю. Он мне говорит, смотрите, какие. Он мне говорит, куда? Бишкек, говорит. А это хлопок, кстати. Вот прям хлопок-хлопок. Такой раджастанский стиль, но хлопок. Я не знаю, вот это вот тоже как шаль. Сильно яркая такая. С зеркалами, вот эти зеркала, они же отражают плохой глаз. Вот такие нежненькие. Смотрите, какая прям красота. Ой, да, здесь... Послушать хоть что они своим-то говорят. Вот это 100. 100. Вот такой большой, аж 3 банданы выйдет с него. Угу. Все же мы взяли, да, весь ассортимент, что здесь выставлен. Вот такого розовенького нам не дали. Ай-яй-яй-яй-яй. Розовенького не додали. Такого не дали. С молнией, с каким-то карманом на макушке будет. Ну вот всего, всего набрала, да, какая я молодец. Это шелковистые.
Здесь тоже шарфики по 100. Вот здесь по 150. И тоже красота неземная. А здесь вообще по 100. И там целая лавочка тоже с шарфами. Вот у них тоже лавочка. Здесь по 200. А я вижу. I see. 200. Вижу, что 200. Просто опьяняющий воздух мейн-базара. Вот все время, сколько приездов сюда, приезжаешь и все, забываешь все, что там осталось за плечами. И окунаешься прямо, окунаешься в этот мейн-базар осторожно. Мне, по-моему, так и не перейти дорогу. Даже просто не обойти вот эту тележечку. Я еще не совсем тут вошла в ритм. Вон прямо по 150. Прямо брючки. Красота. И главное, вижу, что талии это как раз мои. Что-то крикнул. Здрасте. Ой, нет, мне надо назад идти. Я там вообще хотела до лавочки дойти. Я думаю, что я до нее дойду. Там продавали украшения. Вот же она, да. Но они снимать не разрешают. Вот. Тут они очень дешевые были. Серьги по 50 рупий, по 50, по 70. Может, я какие-нибудь себе куплю. Ой, слушайте, а что это тут голубь сидит? Ему тут еды дали? Ой. Очень хорошо. Купила немножко. Вот здесь я свои омчики покупала. Вот серьги. Вот такие у меня есть. А сейчас я купила вот такие. И желтенькие вот такие купила. Сейчас я покажу вам. Они там-то снимать не разрешали раньше. Но сейчас, уходя, я говорю, хорошо. Вот такие 40 стоят. Раньше стоили 50. Такие тоже 40 стоят. Раньше тоже стоили 50. И вот к этой кофточке, к этой блузочке, радикально зеленой блузке, нету, не хватает ни банданки, я не видела такого цвета, ничего, но хотя бы тогда вот серьги-бабочки. Вот такой фигней я маюсь, и вот такие у меня бриллианты. Ну и чё? Я эту лавку очень люблю. Мне показала одна девочка, которая здесь покупает украшения килограммами. Там жемчуга на несколько тысяч долларов, еще что-то. Вот она покупала здесь. И, ну, там в России она это продавала. Но между делом для себя она в этой лавочке отоваривалась. И она с такой любовью мне это показывала. Там у нее там килограммы жемчугов, серебра, камней, украшений, колец. А она мне вот это вот с любовью. Она мне эту лавку рассказала про нее. И с тех пор я каждый раз в ней хоть что-то, хоть три пары сережечек, как сейчас. Ну, куплю.
отель Star Palace. Вот у меня там девчонки жили. Вот в этих закоулочках самые такие Star Palace. Самые дешевые отели. И этот Star Palace был первый отель, в который я заселилась, когда приехала. Первый раз в 2009 году. Там такая комнатка была страшная. Прямо страшная-страшная. А, по 100 рупий, да? Я думала, может, это подходит, чтобы челму из нее крутить. Вот к этому, вообще к этой блузке ничего не подходит. Я просто... Знаете, вот у нее цвет такой, действительно. Ничего не подобрать к ней. Это я купила, ездили мы на Пионерское, да, по-моему, у нас в Санкт-Петербурге есть развалы прямо секонд-хенда. По-моему, на Пионерской. У меня где-то есть видео, это вот когда я в локдауне застряла. И вот копалась в этих горах. И нашла, понравилась мне такая блузка. Покупаю. А она, бац, оказывается, индийская. Ну, надо же, ничего себе. Как они здесь ходят? Как пройти-то? Да. Это они говорят, нету иностранцев. Ну все, я пошла. Гордо и смело. А-ха-ха. Ну, на самом деле, конечно, самих индийцев 1,5 миллиарда, поэтому им, допустим, отсутствие, ну вот во всяком случае в Дели, не знаю, чувствуют они отсутствие русских туристов или нет. Вот по Гуа я смотрю, что когда ушли иностранные туристы, пришло много местных индийских. Но все равно, конечно, лучше, чтобы мир был открыт и все мы путешествовали там, где мы хотим. 300 рупий, но не возвращается назад. Вот такие вот это бриллианты тоже. Вот мой снабженец, 25 рупий. А здесь вот эти одеялки, какие мы покупаем. Что? Извините, откуда вы? Я из России. Да. Да. Здрасте. Нет. Двести рупий. Вот такая простынка. Ну что? Где поставщики бомж-пакетиков? Да. Не, я не люблю печенье. Спасибо. Я не люблю. Вот не люблю печенье, особенно сладкие. Они еще такие очень. Вот если они тебе эту печеньку дадут попробовать, то потом все, ты пропал. Ты не сможешь от него отвязаться. Он тебе продаст. А прайс там не маленький. Вот в этой лавке я покупала бомж-пакеты, да. Она никуда не делась. Я также сюда приезжала, очень даже скромненько. Покупала себе
сухой паёк. Вон они там, маги. Вот так и жила. Только не спайси. Ну, давай ту. Ага, здесь нот вари спайси? Спайси. А? Спайси? А не спайси нету? И вот это вот. Пепси. Смотрите, как. А что это такое? Орех какой-то упаковали красиво. Там орешки вот всяческие. 400 рупий стоит. Вот орех и орешки. Вот так вот подарок. А это вот шоколадки прилеплены. Прикольно. Красивое. Так, ну, в общем, два маги. Ой, собачки какие. И одна маленькая пепси. 44. Пепси такие по 20. Значит, одна маги 12. Вот. Ужин у меня будет на 12. Пани-пури. Это тоже мамошечки. Я с собой вожу чайник. Я уже приготовила кофе себе. Когда приехала, сразу же первым делом кофе. Я с собой вожу кофе молотый. Вот это коровьи лепешки. Это тоже будет завтра кидаться в костер. Здравствуйте. Намасте. Fine, thank you. Отель Лорд Кришна. Вот там вот наш зипок сидит. Я говорю по-русски, написано турист. Информ. В общем, он с туристами работает. Замечательный помощник русским людям. Очень хорошо говорит по-русски. Я с ним познакомилась раньше, чем познакомилась с Саши. Он потом так удивился, что мы вместе. Очень похоже. Вот это вот он ей ищет мангала-сутру. Замуж выходить. Кто-то золотые, натурально золотые покупает, а кто-то очень похожий на золото. Вот такие вот украшения. Из металла желтого. Ой, черт. Страшно. Подожди. Вот давай я... Вот этого пропущу последнего и побегу, ладно? И тебя пропущу уже. Нет, вот этого последнего. И вот этого последнего. Все. Извините. Сбила кого-то почти. Дотронулась только. Не сбила. Так, ты руль держи прямо. Вот прямо. Не шевели руль, да. О, боже. Я немножко сноровку потеряла.
Так. I need like this, only small, small. Net, only small. Small, for чай, small. Мне маленький надо для чая. Я не взяла. Китна? Да, сколько? Китна? Я китна вала? Пандра, 15? 1.5? 1.5, да. По-русски говоришь? Он 2 года был в 17-м. You come 17 and come back 19? 20. И вернулся в 20-м году. В 17-м он приехал в Россию. For what? For business you come in? По бизнесу он приехал. А? Армавир? Армавир, Урал. Армавир, Урал, Чита. Армавир, Урал, Чита. Ah, and how for you weather? Weather? Очень хорошо. Minus 30? Очень хорошо. Yeah, Уфа. В Армавире холодно было. Нет, не холодно? And when was the virus, you was there, да? Нет? Come back before virus. А, вернулся в январе до вируса. Окей. Okay. And you come back after to Russia when border open. И он поедет в Россию, когда откроют границу. У него очень много друзей в России. Окей. Okay. See you, bye. Thank you. Я у них еще купила спонжик мыть посуду, вот этот вот спонжик. Мне все время надо, у меня же чайничек. Чайничек. Я же бюджетненько буду питаться. Вот. Привет. Привет. Хорошо. Куда? Куда? Это они знают. Куда пошла? Ой, сори. Закупаются. К празднику. В холле будет вообще все закрыто. Ни ресторанов, ничего. Потому что здесь так будут кидаться, что хозяева ресторанов и магазинов откроют только вечером свои лавки. Поэтому, если кому-то что-то надо, они закупаются до холли хоть какой-то едой, водой. Такой вот праздник. Нет, вот я уже картошки не хочу. Картошка вредна. Моя зайка. Окей. I buy Maggi noodles. I will make in hot water. Давай. Is it possible to buy a little bit small like butter, small like this in plastic butter? Butter? Butter. Butter not here. Хорошо, но. I will bring for you. Mm-hmm. In the corner, one million. Я Дикал к вам эту компанию. А, new shop. Сейчас, ага. Я хочу еще маленький кусочек маслица вот такой вот, чтобы положить в нудлсы, макарошки, короче. Саши говорит, в этом маленьком магазинчике. Хотя зачем? Обойдусь без маслица. Все, друзья, я пошла, не надо мне никакого маслица. Вот. С этой площади начинается наш отель. Харе Кришна. Пока. Всем счастья, здоровья, мира во всем мире. Всего самого наилучшего, друзья.
Я всех обнимаю, всех люблю. И рада с вами делиться. Надеюсь, мои скромные видео и ахинея моя немножко как-то развлекает вас и скрашивает какие-то часы вашей жизни или минуты хотя бы. Я буду очень счастлива, если хоть какую-то маленькую пользу для душевного состояния хоть кого-то принесу. Всем пока-пока.